Здравствуйте! Сейчас я вам расскажу про микс из Германии «Все сезоны». Итак, цена за 1 килограмм 298 рублей, в упаковке 58 килограмм 950 грамм, стоимость упаковки 17 570 рублей, количество единиц в одной упаковке 252, и себестоимость одной единицы получилась 70 рублей. Итак, в этой упаковке есть еще также аксессуары, которые идут, то есть все вот эти аксессуары идут по одной единице себестоимости. Итак, это такой вот корсет. Сзади он на одной бретельке. Так, снизу он без, вот он не боди. Также бюстгальтер, размер у него 80S, он с небольшой прокладкой поролоновой. И также бюстгальтер 85S, он без прокладок, он с косточками. И также в себестоимость одной единицы входит такой вот шарф. Он очень мягкий, компания Oakwood. То есть все вот эти вещи, которые только что были, они входят за одну единицу. То есть все эти вещи в общей сложности стоят 70 рублей. Так, давайте начнем. Элечка, такая вот сзади, сверху бантик, очень тоненькая. Футболка XL, мужская, плотная достаточно. Водолазка, размер у нее S-ка, такая обычная водолазочка. Топ M-очка, такой вот. Блуза 40-го размера, плотная. Платье Aikiki S, S-очка. Она идет с небольшим подкладом. Очень мягкая и воздушная. Танковка Why not? Элька. Это была спина, вот спереди. Такая вот. Футболка на рост 176. Джинсы размера 34-го. Такие вот. Элечка, рубашка, футболка XL, такая, она немножко помятая, ткань все липнет, то есть это все налипло. Танковка XL, там есть небольшая, ну, ниточки от этикетки Элька, женская футболка, кожзам сверху, женская рубашка размера M, сзади нашивки, как будто бы джинса, и по воротнику с внутренней стороны. Футболка на рост 176. Такая вот. Есть небольшое пятно вот здесь. Но оно как будто от пыли. Рубашка 40-й размер.
Она тонкая и такая приятная на ощупь. Олимпийка эска. Подклад сетка. Замок рабочий. Танковка, размер у нее М-ка или С-ка, фирма Камэй. С-ка, такая плотная достаточно. Размер Л-ка, так написано, на вид М-ка. Сороковой размер. Они не полной длины, то есть они идут по щиколотке, может даже чуть выше. Танковка Олсен, вот футболка Элька, джинсы сорокового размера, футболка Бенетон, это эска. Футболка эска. Эска. Это размер у нас на рост 170. Такая утепленная. Это ML. Она очень хорошо тянется. ML тоже очень хорошо тянется. С длинным рукавом. Так, футболка ML очень хорошо тянется. Свитер с коротким рукавом. Элька. МЛ с коротким рукавом. Это Элька. Рукав длинный. Платье. Мэкс. Размер МЛ написано. Такое. Сороковой размер топ. Такой довольно плотный и очень хорошо тянется. И очень приятный на ощупь. Платье Никола. Размер не указан, это Элька. Размер 38, довольно-таки плотная очень. С боков... Есть разрезы, есть пятно сзади, вот в этой области. Но оно от пыли. Топ эска. Свитер размер 38-40 с капюшоном. Рукав не полный. Такой вот у нее ворот высокий. Немножко идет клеш, ну совсем чуть-чуть идет клеш к низу. Слаксы 38 размера, очень приятные на ощупь. Джинсовка, размер не указан, это эска, ворот искусственный мех и на рукавах тоже. Эска. Искусственный мех, подклад обычный. На рукавах тоже искусственный мех. Платье. Размер не указан, но это эска. Ткань очень плотная, ну, может быть, даже М-ка. С поясом на поясе.
безрукавка размер L. Она очень теплая, с подкладом, с капюшоном. Она отстегивается. Это S-ка. 40-й размер. М-ка. Флис. Тридцать восьмой размер. Куртка Джако Эска. Она не утепленная, но довольно-таки плотная. Это у нас 38-й размер. Такие вот бриджики. Размер не указан. Это эска. Такой вот кардиганчик. Футболка М-ка. Такой вот у нас шарф. Воздушненький. Полувоздушный, я бы даже так сказала. Здесь такие нашивочки. По обеим сторонам такие вот. Эска Амису. М-ка. Есть место для пояса. Самого пояса нет. Третий размер написано. Тянется очень хорошо. Так. Платье. Это М-ка. Очень легкое. Платье М-ка. Эль-ка. Я бы даже сказала, ну это Эль-ка точно. Такое вот тоже очень хорошо тянется. Четвертый размер с таким как будто запахом и большим вырезом. Это у нас платье H&M Basic S-ка. XL. Элька. Элька. Очень хорошо тянется. XL. С такими вот внизу. С таким разрезом. H&M. Элька. М-ка. Это шорты. Атмосфера 42-й размер. С поясом. Атмосфера 44-й размер. Тут такие вот цапли нарисованы. Эска. Фирма Only. Сзади с удлинением. Такая мягкая очень. И такая плотная. М-ка. Получается, как двойная идет. То есть, но сверху сшито. Элька. М-ка. Неполная длина. На поясе резинкой.
джинсы на резинке 44 размера. Вот у нас пальто 50-52 размера, это полупальто. Замша искусственная, мех искусственный. Подклад, мех, получается, с большим воротником. Так, плащ. Это М-ка. Вот обычный рукав, и у него есть пояс. Оно на плащ на пуговках. М-ка. Это у нас размер не указан. Лейбл вот-вот порвется. На одной ниточке была. Лейбл. Такой вот. С напуском в талии. Платье эшка, очень тоненькое и очень хорошо тянется. Джинсы, не указан размер, но это 46. Такой маленький горошек. 38 размер. Здесь есть пятна сзади, вот здесь прям черное-черное пятно. Здесь небольшое пятно. Все, вроде как. Да, все, больше нет пятен. Но она плотная. Футболка манго Элька. Написано, но это М-ка. Шорты на рост 164. Есть пятна сзади, вот в этой области. Маечка на рост 164. Здесь есть кружавчики. Так. Размер 40-й. Пунтовочка. Ткань, которой липнет все. Все коты на этой блузе. Она идет как мышка. На ней есть пайеточки. Пайетки пришитые. Размер М. Топ эска. Такой. Полки немножко с внешней стороны. Размер S-ка, M-ка. Он хорошо тянется. Джинсы, размер у них 52. Не полная длина. Джинсы 44-го размера. Длина нормальная. На рост 174, есть подклад, подклад обычный, и они как будто утепленные, но не чувствуется прослойка. 40-й размер, тут такая сетка, V-образный вырез. 40-й размер, безрукавка, идет на пуговках и есть пояс. И сзади получается такой вот как корсет внизу. Джинсы 32 размера. Джинсы
высокой талии 42 размера. То есть текстильная какая-то нашивка. Вот так получается. Размер М-ка. Они текстильные, а это не, не джинсы. На ощупь шорты S-ка. Джинсы с этикеткой на рост 100... Ой, нет, не на рост. Извините. Размер не указан здесь. Это L-ка, 32 размер. Кардиган L-ка. Здесь есть вот такая вот дырочка. То есть он надевается только через горло, потому что все вот эти пуговицы, они пришиты сзади. И сзади есть вот такое вот пятно, вот здесь. Но оно сложное, потому что здесь еще как бы еще катушки собрались. Так, жакет М-ка. Фирма Манго. Такой вот. Эска. ХБ. 36 размер. Текстиль. Такая вот кофта второго размера. Она идет двойная. Ну, двойная кофта получается. То есть здесь вот такая вот своеобразная пуговка деревянная, но она все равно ничего не решает, потому что здесь пришита. То есть а рукава идут сеть, ну как, в дырочку получается. И только как топ шерстяной, вязаный точнее, вот внизу. Эска. Довольно плотная, есть сзади, прямо посередине спины, такое вот пятно, желтое. Эска, это юбка, такие рюшечки. Шорты XL, без подкладов, они как купальные, ну, ткань купальная. Четвертый размер. Они как будто бы вязаные, но они не вязаные. И они очень легкие. Но они тяжелее. Пимки. Такие вот кружавчики. Очень мягкая. Это М-ка. Футболка М-ка. Это у нас 38 размер платьица из шифона. Футболка Мим М-ка. Свитер платье с большим воротником Мим. Это М-ка. Такое вот вязаное платьишко. Это М-ка, штанишки, очень легкие, XL, долазка S-ка, точнее футболка с воротом. S-ка, футболка с огромным воротом. Вот. Снизу резинка.
ника М-ка. А, это топ. На резинке в груди. Немножко клёш. Футболка S-ка. С воротником. Туника Street One. Здесь есть небольшой подклад, как топ идет. 34 размер. Такие вот штучки вокруг шеи. М-ка. Пайетки все пришитые. И тут есть такая вот сетка на воротнике. И внизу еще. Сам топ атлас. Эска. Кружева на воротнике. Камей. М-ка. Камей XL. Это кардиган. С пуговицами. Размер Т3. Такой вот полупальто. Обычный подклад. Рукава в порядке. Они не полный рукав до локтя. Такая весомая. Есть пояс. Платье S-ка. Так вот. Где-то немножечко клёш. S-ка. S-ка. Сзади на молнии. Топ укороченный S-ка. То у нас юбка S-ка, даже XS. М-ка. Такой вот пришитый топ белый, и на нем небольшие пятна. Здесь и вот здесь. Этот договор не S-ка. Очень мягкая, то. Плотная, хорошо тянется, и здесь вот такой вот напуск небольшой. Топ М-ка. Здесь полоски, они просвечивают, но не так уж и сильно. Футболка S-ка. Джако. Рубашка L-ка с коротким рукавом. .152 рост с подкладом сеткой трусами. Футболка .152 рост. Очень мягкая и тонкая. Эска. М-ка. Хорошенькая. S-ка. H&M S-ка. С такими вот кружавчиками. .36 размер. Такую мы уже практически такую же видели. Она у нее небольшой распуск под грудью. Размер 40 рубашка. Такая. Размер 40. Такая же другого цвета. Размер 40-й той же марки. И такая же 40-й размер.
размер XS. С запахом на груди. H&M S. Такие вот кружева и кружевные рукава. Третий размер. Очень хорошо тянется. Это M-ка или S-ка. XL. Неполная длина. S-ка. Это S-ка. Платье. Это 42-й размер. Бриджики. Есть небольшое пятнышко вот здесь, белое. Это S-ка. M-ка. Такой свитерок. Сзади есть небольшая молния сверху. Это M-ка. Но она растянутая, то есть, ну, по сути, ее можно носить и вот так, и вот так. А, нет, извините, набрала, это XL. Она не выглядит на XL. L-ка. С такими вот штучками сбоку. Это у нас на рост 164. Они такие увесистые, я бы так сказала. Топ S-ка. Это у нас S-ка, такой вот укороченный свитерок. Сзади вот такая вот, такой бантик. 50 размер. Обычные джинсы. Размер S. Подклад. Топ. Укороченный. Купальные шорты. Лет на 12. Они не тянутся. Есть здесь шнурок, и они на молнии. Тридцать восьмой размер платья. Такие вот пуговички сзади. Платье на бретельках. Это S-ка. Такая вот пунтовка. Без плеч. То есть она вот так вот получается. С вот такими вот напусками по бокам. Толстовка L-ка XL, утепленная, с капюшоном. Топ M-ка, шифон с подкладом. Бриджи. Размер не указан, это S-ка. Рубашка L-ка, XL, XXL, даже я бы так сказала. Рубашка L-ка, XL, 44-й размер. Платье 44-го размера с запахом в груди по колено. 36-й размер юбка. Танковка L-ка.
на замке. Она плотная, но не тяжелая. Так, эска, такой вот комбинезон, шортами. Это Esprit XXS. Она хорошо тянется. Элька. Esprit 40 размер. Атлас. Это М-ка. Это Элька. Такая вот. СМ с кружевами на плечах. Это М-ка, удлиненный перед получается. Страдивариус. Это М-ка, Элька. Только я не понимаю, платье это или топ. Если Элька, то по сути топ. Ну ладно. Это бриджи. Фу. Размер М-ка. Заговорилась уже. 40-й размер бриджики. Эска. М-ка. СМ. Шорты. 2-го размера, они без подкладов, только на пуговички. Эска, такое платьице обычное. 2-й размер, вот эти полоски, они полупрозрачные. Есть вот такая вот ленточка. Это у нас... М-ка с напуском спереди, небольшим. Топ-блуза Элька, сзади вот такой вот замочек. Это футболка удлиненная LXL, и есть... У него сзади небольшое пятно. Только что видели. Налипло, значит. Нет, пять. 4-й размер. Канда. Элька. Спереди она удлиненная. Есть небольшое пятно сзади, внизу, вот такого размера. М-ка, Элька, полностью прозрачная. Размер S. Спортивные штаны, подклад, сетка. Это М-ка. М-ка, очень такой тяжелый свитер, штаны 42 размера, сзади есть вот такой вот регулятор небольшой, Элька, Элька, а это М-ка уже. XL, S-ка, написано, что это S-ка, но я думаю, что она довольно-таки большая для S-ки. M-ка. Такой очень мягкий, внутри флис. Топ СКМК.
точно такой же. М-ка, это XL. Извините, пожалуйста, это XL. С-ка. Л-ка. С таким вот пояском. Спортивные штаны 34 размера. Они немножко утепленные внутри, но они очень легкие. Такая вот толстовка с воротником. На воротнике нашивки. Такие вот. Это Элька, это флис. Очень мягкий флис. Вол. Размер не указан, но это Элька. XL, я бы даже так сказала. Очень плотные и тяжелые. Элька. Рубашка. Сарафан. Вот такой вот. Ну, завязывается сзади на шее. Сзади есть вот такая вот резинка, 38 размер. Размер 46-48. Есть такая вот небольшая прослоечка наверху по типу бархата. А хотя она сама по себе тоже такая. Полупальто. Размер М. Обычный подклад. Подклад, потому что он утепленный. Довольно тяжелое пальто. Хорошие карманы и рукава. Оно новое. Потому что никаких следов нет. Так. Джинсовый джемпер. Это М-ка. Рубашка из сприт М-ка. С коротким рукавом. Рубашка М-ка. Такая приятная ткань. Тридцать девятый 40 размер. Шорты XS. Очень хорошо тянутся в поясе. Есть запасная пуговица. Тунисия. Сделана в Тунисии. Эсочка. Это S, M, примерно. Танковка. S-ка. Она очень мягкая и плотная. Третий размер. Без подкладов она мягкая. Жакет М-ка, без подплечников. С-ка, шифон с подкладом небольшим. Есть небольшое совсем пятнышко вот здесь вот. Но оно, это я так показываю, то есть оно вот тут, тут и тут. Небольшие три пятнышка. Футболка М-ка. Элька. Такой вот. Так, не кожзам. Кожзам только шнурки. Блин, у меня все равно нормально. Элька. Такое вот платьице. Оно тоненькое. Точнее, удлиненное немножко. Ну, это. Это эска, небольшие удлинения по бокам. Это эска, тянется хорошо, с небольшим воротом. Это эска,
удлиненная танковка. М-ка. Платьице с поясом. Под грудью только. XS. Шорты. Платье L-ка. Даже XL. Бриджи с дополнительной пуговицей. Это S-ка. S-ка. Такие вот джинсы. Это у нас 36 размер. Довольно-таки очень легкая. L-ка XL, так написано. Все бусинки, они... Некоторые пришиты, вот эти самые большие, а все остальные, они приклеены. Ну, вот я не вижу, чтобы они отпали. Все вроде на месте. Шорты. XL. Они не тянутся. Шорты M-ка или S-ка. Танковка. S-очка. Фу, M-ка, господи. Такая вот. Тянется очень хорошо. Здесь вот подшита как будто бы рубашечка. Только рукава и ворот. То есть внутри нет ничего. Так, эвочка. С таким вот замком. Он открывается. Зачем-то. И есть вот такая вот застежечка на плече. Можно по-разному носить. Юбка. С такими вот. Она не тянется, но есть по бокам шнурочки. Это S-ка. И почему-то тут все открыто. Без шнурков. То есть это не карманы, они открытые. Комбинезон с шортами. Это перед у нас такой вот. С таким вот замочком красивым. Есть небольшие кармашки. Это S-ка. XL. Такая вот. Сорок восьмой размер. Футболка. Олимпийка. Это у нас S-ка. Подклад у нее обычный такой вот. Текстильный. Такая себе плотная. Джинсы. По поясу идет кожзам 38 размер. Вот такие плотные. И кожзам идет сзади на одном кармане. И вот тут такие вот внутри вшитые клепочки. Больше нигде нет кожзам. И, ну и спереди вот на маленьком кармашке. Такие немножко странноватые. И последняя модель в этой упаковке. Это у нас шорты 10 размера. И сзади у них есть вот такое вот пятно. Ну, маленькие пятнышки, в общем, само пятно вот такое. Спасибо за внимание.